полицейский состав, все наши друзья политеха за долгое ожидание, за то, что вас не напугал этот мистическое отключение света. После этого, как говорится, хочешь верь в Хэллоуин, хочешь нет. На этой сцене сегодня, несмотря ни на что, выступит факультет природопользования инженерной экологии. Ура! За терпение и выдержку хотелось бы поблагодарить организаторов фестиваля, профсоюз студентов, Центр молодежной политики, студенческий клуб, а также нашу большую, постоянно растущую редакцию «Медион», «Фотон», «Стадион». Уже сегодня вечером вы сможете увидеть фотоотчет сегодняшнего концерта, а после гала-концерта, который состоится 10 ноября в ДК «Пролетарах», куда я всех приглашаю, выйдут полнометражные серии концертов, и вы сможете увидеть их в интернете. Ну и по традиции мне бы хотелось пригласить на эту сцену декана факультета природопользования и инженерной экологии Мисникова Олега Степановича. Бурные аплодисменты. Он тоже дождался вместе с вами. И бурные аплодисменты, ребят, за сценой. Олег Степанович, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, дорогие первокурсники, студенты старших курсов и все наши многочисленные гости. Адаптационный период закончился, 2 месяца прошло. Для нашего факультета я хочу сказать, что это время прошло без потерь, практически без потерь. А если быть совсем точным, то с минимальными потерями. И мне хотелось бы ребятам пожелать в дальнейшем также плодотворно относиться к своей работе, имеется в виду к учебе, культурно-массовой работе, спортивным достижениям и всего самого наилучшего пожелать нашим первокурсникам. Добрый путь! Бурные аплодисменты, ну и я продолжаю. У нашего фестиваля, который идет уже, пишет свою историю более 15 лет, есть постоянные партнеры. Хотелось бы кратко их поблагодарить. Это компания Ростелеком, это Альфа-банк, картообладателями которого вы являетесь. Туда ежемесячно приходит заветная стипендия. Всем вам желаю промежуточную аттестацию, сессию сдавать на хорошо и отлично, чтобы стипендия туда обязательно приходила. Смело те, кто услышал сейчас звуки на сцене, могут занимать места в зрительном зале. Ну и немножко скрасенность наш сегодняшний вечер. Компания Татиус – это сеть салонов красоты учебных центров. Я приглашаю очаровательных девушек сюда на сцену. Мы разыграем очередной приз по традиции. Мы сделаем это сегодня, мы сделаем это в среду. А на гала-концерте мы объявим победителя фотоконкурса, в котором вы автоматически являетесь участником, делая при входе красочные фотографии. Девочки, раскручиваем барабан. И у вас есть сертификаты, на нем указан номер. Вы сейчас их доставайте. И я озвучу номер победителя сегодняшний. Это номер 98. Если есть кто-то с номером 98, поднимайтесь на сцену. Если номер есть, помашите рукой. Есть? Бежит к нам очаровательная девушка. Привет, как тебя зовут? Юлия. Юлия, собственно, это тебе оставляют, потому что это купон на скидку. И подарок Юлии от компании «Татиус». Не зря подождала, осталась. И впереди тебя ждет красочный концерт факультета природопользования и инженерной экологии. Мне бы, пока идет фото, хотелось бы напомнить и пригласить вас еще раз на гала-концерт 10 ноября. И если кто-то потом вдруг нас спросит, а что же после? После будет шумно, весело и красочно, как любит политех. Но об этом немножко позже. Девушки, большое спасибо. С вами мы увидимся в среду. А сегодня начинает свой поистине мистический концерт факультет природопользования и инженерной экологии. Встречайте! Ну что, ребята, поехали тусить? Погнали тусить! Ну чего мы встали? Чё-чё, заглох? Так бензин-то закончился?
местечко-то нормально. Ты так и будешь там стоять? Ну да, вы идите без меня. Я вас здесь подожду. Иди сюда. Ну ладно, хорошо, иду. Ребята, ну я же вам говорил, что нам надо заправиться. Да нормально, я на 2 литрах дедовской соляры доезжал до Ташка и обратно. Ну вот ты посмотри, этого здания даже на карте нет. Ну куда вы меня привезли? Дом-призрак, наверное. Какой дом-призрак? Обычный дом. О, он нам точно поможет, давайте подойдем. Как обычно все самому делают. Добрый вечер, вы не могли бы нам помочь? Здравствуйте. А чем я могу помочь? У нас закончился бензин. Вы не знаете, где можно заправиться? А куда вы так торопитесь? Вы же уже опоздали. Да и время уже позднее. Я предлагаю вам остаться, а завтра вас заправит наш гробовщик. Кто? Наш гробовщик Себастьян. Ну что, может, правда останемся? Уже ночь. Бензин будет только утром. Ну да, мы еще и опоздали. Я бы здесь затусил. Да, ребят, местечко здесь, конечно, так себе. Мрачноватое. Но я уже устал, и час через лес идти обратно неохота. Ну хорошо, давайте останемся здесь. Ну и что вы там решили? Мы посоветовались и решили остаться. Отлично. Все так, как я и думал. Ну, а пока я готовлю для вас номер. Вы можете пройти в зал, где для вас будет играть неживая музыка. Такие, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно уже давно. Из такой, как она, ничего не слепить, проще было бы взять, зачеркнуть и забыть. Это не женщина, это беда, я с такой, как она, ни за что никогда. Это не женщина, но я ведусь, я в такую уже никогда не влюблюсь. Она сумасшедшая, но она моя, танцует. Учебный процесс, папа, с мамой стресси, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10, не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни о своей принцессе. Ты с руки моя боги, Юля, и мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, а ты с ним, Юля. Юля, пусть тихо сунет пуля. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумела на гитаре сыграл успел, выпускной ты красиво платится, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, но как сумела на гитаре сыграл. Мы
счастье, рядом и любовь. А что дальше с тобой нам надо? И любовь, нам больше ничего не надо. И любовь. Сегодня свободных номеров нету, понимаете, особенный день. Поэтому вам придется ночевать с нашим постояльцем Кристофером. Но вы с ним знакомьтесь, располагайтесь, а я пойду, у меня еще много дел. Здорово! Привет! Он вообще живой? Да ладно, отстань его, пойдем лучше отель посмотрим. Ну а ты что стоишь? Ты что, с ним останешься? Ну да, а почему бы и нет? Мне кажется, он вполне адекватный. Да и тем более я устал. А вы выйдите без меня, я здесь вас подожду. Ладно, пускай остается, пойдем. Отель, конечно, мрачноват.
ревизора на них нету. И не будет. Вот помню, я отдыхал. С родителями в санатории, что ли? Шутки шутками, а еда у них была отменная. Пойдем посмотрим, чем здесь кормят. Команда КВН от FPA. Мы начинаем! Многие люди в нашей стране 31 октября отмечают такой праздник, как Хэллоуин. Давайте посмотрим, как обычно девушка готовится к этому празднику. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько стоит вот этот костюм русалки? Здравствуйте, это костюм стоит 15 тысяч. Нет, это очень дорого. А вот этот костюм летучей мыши сколько стоит? Этот костюм стоит 10 тысяч. Нет, он мне явно не подходит. А вот там отвратительные мерзкие сколько стоит? Девушка, извините, но это ваше отражение. Что? Да вас вообще учили разговаривать с клиентами? У вас может быть клиент, а у нас покупатель. Да, тьфу на вас. Каждый знает, что выбрать костюм на Хэллоуин – это очень тяжелый процесс. Давайте представим. Две подруги выбирают костюм. Ну чё ты там, долго? Погоди, погоди. Сейчас только три костюма осталось померить. Смотри, какой страшный костюм, а какие ужасные татуировки, а лицо-то вообще ужас. Ты скажи, ты универ закончить хочешь? Ну да. Тогда иди переодевай быстрее. Воу-воу, смотри, какой костюм, политеховская классика. Интересно, сколько же он стоит? Блин, он тебе не по карману, иди переодевай. О, пошел опять. Ну-ка. Ну, не знаю насчет автопати, но матан ты точно сдашь. Уже два месяца идет учебный год. Кто-то поступил в высшее учебное заведение, а кто-то готовится к армии. Здравствуйте, дверь, закрой карточку, на стол встал у двери и стой, слушай. 84. 84. 17. Сел на стул. Ты болел? Нет. Уши закладывает? Нет. Интересно. Доктор, почему так громко? Вы больны! Виктория Николаевна, вы мой кабинетик убрали уже? Упс, забыл. Очень часто мы наблюдаем такие конфликты между парнями и девушками. Обычно инициатором выступает девушка. Но давайте ставим наоборот. Дорогой, ты скоро? Мы на посвящение опаздываем. Чё случилось? Ты меня не любишь. Серьезно? Что такое? Ничего. Совсем ничего. Даже надеть нечего. Ну как это нечего? Я же только тебе вчера рубашечку купила. Да какая рубашка? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Она ж к моим носкам не подходит даже. Господи, ну какие носки? Ну что за бред? Бред?
То есть мое мнение вообще ничего не значит? Родители правы, ты эгоистка! А вообще, знаешь, не для тебя папа орла воспитывал. Всем спасибо за внимание. Почти простушно и так. Побежи по улицам Москвы, по переулкам Питера пойдем. Ведь летели тесто я и ты, другими стянул, а мы вдвоем. Ты уходишь, ты гонишь, я не переживу. Старые диски, место прописки будут скучать. Ты съезжаешь, ты знаешь, я без тебя не смогу. Мать квартиру 50 квадратов в центре, в общем, выручай. Мы побежим по улицам Москвы. Я так хочу тебя и там понять, что выбросить меня из головы. И так ты просто будешь вспоминать. Мы побежим по улицам Москвы. И даже если я не догоню, пусть каждая граждане страны о том, как сильно я тебя люблю. Ты уходишь, ты гонишь, я не переживу. Под орешком тетя-консьержка будут скучать. Ты съезжаешь, ты знаешь, я без тебя не смогу. Встречать и провожать рассветные закаты, в общем, выручай. Мы побежим по улицам Москвы. Я догоню тебя в последний шанс. Верни мне ровным счетом пол любви. Давай не будем нарушать баланс. Мы побежим по улицам Москвы. Пойдем по скверу Питера гулять. И на причало сказочной Невы, как прежде мы с рядышком опять. Ребята, там такое, я ему то, а он мне это, и вообще, он в меня руку засунул. Да ладно тебе, со всеми бывает. Да отстань ты, я тебе серьезные вещи говорю. Нормально. Просто как принесешь, тебе надо поесть. Мне голодному не такое может привидеться. Садись. Официант, можно вас? Да-да, минуту. Ну, может, две. Ну, сейчас я буду. Да-да. Чего желаете? Чтобы было вкусно. Эй, я вообще-то есть хочу. Что у вас вообще есть? Бифштег с кровью, бычий язык, бараньи мозги. Ну и эти, как их там, брокколи. Фу, брокколи. Мясо хочу. Остальные чего-нибудь будут? Я наггетсов хочу. Нет, я, пожалуй, воздержусь. Просто мясо. Чем будете расплачиваться? Альфа-банк. Альфа-банк? Альфа-банк. Блять, это политеховцы. Альфа-банк, Альфа-банк, Альфа-банк. Ребят, а мы же ничего так попить не заказали. Ты крайне-то идешь. Ну ладно.
Сам, у вас не будет воды? Знаете, всю воду забрала она. А кто это? Вы знаете, я слышал то, что она сбежала из психиатрической больницы. Все считают, что она чокнутая. Но я считаю, что она вполне адекватная девушка. Ну ладно. Привет. Не угостишь стаканчиком воды? Понятно. Воды не будет. Официант, можно наш заказ в номер? Да, конечно. Через пару минут будет. Да, давай лучше там поедем. Интересно, что у нее вообще в голове? Смотри на эти статуи. Они выглядят как живые. Да какие они живые? Грязные. Ну и что, что грязные? Я вот в детстве всегда мечтал попасть на рыцарский турнир. Желание клиента для нас закон.
Ну что, может, телевизор хоть посмотрим? Сейчас ничего не показывают по телевизору вообще. Ну, да. Давайте хоть танцы посмотрим, я не знаю. Да. Вы согласны? Давай. Thank you.
Стоп! Вы что творите, ребят? Ну-ка, ну уйдите. Поставьте первокурсников, не трогайте их. Вы что? Ну это ж концерт, вы что? Какой их есть? Подожди. Какой их есть, вы что? Это ж наши первокурсники. Не, их трогать нельзя. Они, ребят, хорошие. Это все так, кох, для концерта. Все, Шхэлл, правильно? Шхэлл? Михаил, все правильно. Ну и все. У нас что? У нас финалка начинается. Поехали! Это традиция посвящения в студенты, как бы это ни звучало глупо, но посвящение. Прошу всех первокурсников выйти вперед и выстроиться в одну линию. Все первокурсники, выходите. Востоково. Как вам всем известно, наш факультет природопользования и инженерной экологии, и поэтому неотъемлемым участием посвящения является пометка торфом. Пометка торфом. Вот, мы начинаем помечать торфом наших первокурсников славы. Неотъемлемой частью студенческой жизни является журнал «Визион», который освещает все мероприятия, поэтому каждый получает немножечко знаний от «Визиона». И просто для того, чтобы они всегда блистали и оставались такими же красивыми, мы посыпем немножечко звездочками пыли.